Седьмой международный молодежный юридический конгресс стартовал в Махачкале. Здесь собрались более сотни студентов из разных вузов, республики и регионов со всей страны, а также из-за рубежа. Перед ними выступили доктора юридических наук, профессоры и иностранные гости, тесно связанные с юриспруденцией. Общее количество участников – более 1000 человек. В обсуждениях затронули проблемы российской государственности, ее конституционные основы, обеспечение национальной безопасности и другие темы. Начинающих юристов наградили ценными призами. Цель данного научного международного молодежного юридического конгресса – собрать на такой огромной площадке различных представителей структур, также университетов, институтов для обмена научным опытом, для создания конструктивного научного диалога и, в общем, интересно провести время.